Новые тротуары, проезды в микрорайонах, дороги во дворах. В Чебоксарах продолжается муниципальная программа развития транспортной системы. Во дворе дома номер 36 по улице Энгельса кипит работа. Дорожники укладывают основание дорожного полотна, щебенку. Тщательно выравнивают и утрамбовывают. После можно будет класть асфальтобетон. Мы работаем с 8 утра до 8 вечера. Каждый день. Мы должны сдать этот объект на этой неделе, в конце недели. По муниципальной программе обновляют тротуары и заезды во дворы, расширяют парковочные места. В плане ремонта более 40 дворов. На эти цели выделено 25 миллионов рублей. Сейчас работа идет по 10 объектам. Все они обязательно пройдут приемку с участием председателей домовых комитетов, общественников, представителей администрации. Сроки окончания работ – 1 августа. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов. Республика.